Приветствую вас, дорогие друзья, решил снять две серии Crash Durbana Cavdeiva подряд, поэтому радуйтесь и радуйте меня. Crash Durbana Cavdeiva. Сегодняшний матч у нас будет с Хофенхаймом 1899, который идет на 6-й позиции. Что ж, давайте посмотрим. Я помню, что команда у нас вообще не готова, да. И нам надо что-то делать. Вот что я надумал, ну слишком это уже рискованно. Но вместо кого? Вместо Холдерса поставим Калашинча и запнем заменочки. Фарфан и Буатенг. Вот это потеря, конечно же. Это, конечно же, потеря. Вот который, в общем, какой у меня будет состав на этот матч. Я надеюсь, он потащит. Практически симметричный состав моего оппонента. Поэтому матч будет довольно-таки равным, надеюсь. Хотя не я. Я хочу полной доминации контроля, а и... Этом подобно фигни. Вирсоль Рейн Някар Арена. Господи. Хрен вы говоришь. Эту арену. Название стадиона, вернее. Господи. Моесете. Не, Модесете. В общем, чувак нападающий команды Хофенхайм развел Руди. Руди. Знакомый персонажик. Учида провал опять. Вот Учида что-то как-то мне не нравится последние два матча. Дракслер. Массы. Дракслер. В общем, Дракслер шикарен. Дракслер. Салай! Офсайд, к сожалению, но он даже в офсайде я не забил. Обидно. Кастелес, или как там было его имя? Ух ты, кто-то мощно сыграл головой, это Джонс, походу, был. Нет, это Нейстаде. Извиняюсь за технические опорности опять, и мой опорник, или он сейчас центральный играет, кстати, как, кто кого играет, в общем. Во! Вот так все должно быть. Вот. Все, наконец-то я разобрался с своим составом. Все 7 минут, что у меня не перло, я понял, это все состав. Или может быть нет. А Хильдебра, в общем, герой матча. Уже есть один герой матча. Аогу, Савай, беги. Савай, ну пенальти, ну дорогие друзья, это же пенальти. Ну конечно, здесь, ну конечно, здесь нет пенальти, ну конечно. Ах, Савай, жаль, что ты не попал. Еще один аут. Дракслер, ну куда ж ты? Молодец, молодец, опорник прекрасно себя демонстрирует. Салай. Салай. Вот прекрасный первый гол. Молодец. Да, закричи, заори, убей всех, красавец. Просто красавец. Ждурбан Кавдеева аплодирует тебя. Редко кому он аплодирует. Ведь он постоянно дерет свой любимый оранжевый парик, но... Сегодня он решил тебе похопать, молодец, Сай. 1-0. Вот уже
шанс на победу тут хороший. Еще забить бы гол атак 2, чтобы вообще, ну вот, никаких претензий не было. И все будет прекрасно. Дракслер фалит, все-таки фалит. И карточку, да. Даже судья даст ему карточку. Нет, он еще успокаивает Дракслера. Хотя что он успокаивает? Он что, буйный? Он что, выпил что ли? Литра там 2 текилы, там водки, на. Так, в общем, массы. И опять Савай может выбить. Ай! Голова Йенсена. Все мне, блядь, запорола. Господи, не мог выговорить одно слово. Несколько секунд попадопалось. Опасно. Опасно. Все, вратарь на месте. Среагировал вовремя четко. На левый фланг будем вкидывать на ногу. Тут идеальный прием. Можно пустить Амасы. Далее в Савая, через него сыграть. Сисоку. Ну, давай, Учида, ну, давай. Понятно. В общем. Николита. Судья, фол. Как обычно, судья молодец. Ты на моей стороне. В общем, судья молодец. А все... Абасы, ну, в общем, аут наш. Тоже опасный аут, это хорошо. Ауго. Дракслер. Что будем делать? Подать, что ли? Неужели подать? Фиг там. Пас на опорника, там на Сисока. Там далее на Учиду. Учида входит в штрафную. Пас на Николиту. Удар в одно касание, гол. Да, все, все четко, все ровно у нас пока. С этой командой 2-0. Николита молоток. Красавец, там обнимашки, целашки, групповуха. Все там подобное. Заебись. Господи, как его зовут? Модесте. Все-таки план игры спасает мою репутацию. Хотя она очень уже загрязненная. Шор. Гифа, Учида в очередной раз не встречает. Подача. Хильдебранд. Да, Хильдебранд тут что-то как-то ништячок. То в смысле, что помню, ништячок. Надо мешать этой атаке. Прессинг. Постоянный прессинг. Учида. Хильдебранд. Молодец, Учида. Все-таки вовремя вынес. 32 минута матча. Длинный вброс. Молодец. Закидка. Ну офсайд же здесь, судья. Какой мощный удар от Модеста, но толку от него. Был офсайд. Хильдебранд. Будет мяч в игру. Наш юный защитничек. Аого. Абасы, четко, касание. Блин, что же вы наделали-то? И вот Сисока фол тактический. Мы отступаем. Да. Йенсен. Йенсен готов вести мяч в игру. Подача, закидка. Все в одном. Два в одном. Финт. На месте. Ой-ой-ой. На месте попадопалось. В общем, и опять что-то я творю. Что-то вообще не путевое. Ну вообще что-то. Игроки вообще что-то делать непонятно, честно говоря. Какого хера Дракслер побежал назад, когда мяч у нас? Сисока. Абасы. Николита. Савай, давай. Без рифма. Не получился, к сожалению, финт скрещивания и Изиаль. Йенсен, опасная могла быть ошибка, если там на фланге кто-то прессинганул. Закидка, Ауго, быстрее, Ауго. Дистанция, попадал с головой, молодец. Играет головой и Хильдебранд, слава богу. Слава богу, он успел проконтролировать полет мяча. Первый тайм вот подходит к концу.
Финта дорогу. Закидочки на образцы. Носовая. Фол. Судья. Судья, я требую... Как ты меня достал, судья? Как меня все судьи достали? Ах! Слишком тонко все было. Судья, я... Я вспорю тебе брюхо твоими кишками, блядь. Я скормлю себе поросенка. Твой мозг я отдам патологоанатому, чтобы он, блядь, не знаю, что за рабы взял. Твое сердце и твои органы на присадку, как мы садал. Толку больше, боб. Ну, забежишь, не кали-то, ну. Финтюк. Не про свой ластик вообще. Ну вот, ну вот, 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 вот ситуация. Савай, выход один на один. Удар ближний угол, к сожалению, вратарь берет. Вратарь берет. Не так уж прост он, как мне казалось. Ого. Слишком сильно. Или может быть слишком нужно. Абасы, беги назад, в общем, паренек. Беги назад. Ах, тактический фол должны получаться сделать. Надо прессингануть эту обезьяну. В общем, надо контролить. Все, все законтролировано. Ущида. Ну, в который раз провал моей защиты, провал Учиды. Я, в общем, сомневаюсь теперь в его подлинности. Учиды вообще не тащит. Зашибись ситуация. Опять что-то мои игроки потеряли уверенность в себе. Так. Обрели уверенность и погнали вперед. Песни по жизни. Ах ты ж твою мать. Ну помогу и ему на другом этаже. Я не понимаю. Ну где выходит? Я же голову буду играть. Я ж не медленнейший тебе, Воланд. Знаете. Ну пас, конечно ж. Учида, уйди ты из глаз моих, ты дитя природы. Закидочки на салая, тут будет первый на мяче, помощи ему нет, может быть самому разрешить ситуацию? Да, надо было самому это решать. Калита, пас на Драхслера, в центр, ну открыся ж ты мне, ну чё ты стоишь, что ты там яйца чухаешь, чека упаешься в ношу. Вообще не тема, дорогие друзья. А ого. Опять ты чмо пытается перекинуть. Вернее, не чмо. Давай, басы. Ты ж можешь, салай. Салаюшка. Николита. И ближний угол ворот. Оу май гад, был. Оу, щит, какая прекрасная сейчас была атака, ну... Но, к сожалению, перекладина, их ты... Досадная перекладина. Кстати, Полянский выходит вместо Грифу. И какая тактика? 4-4-1-1. Чё-то вообще подозрительно, ребята. Dreamstar тактики или хули? Или они поняли мою фишку по флангам и защите? Ну, Хиллер, ну, давай! Молодец! Молодчик! Просто молодчик! Вот кто сегодня заслуживает пирога!
Ну, не калита, твою мать, зря я тебя куплял. Получается, в перекладины играем, в подкаты не делаем, в защите не отыгрываем. Вообще, херовый ты полузащитник. Молодец, Пападопас, вот просто молодец, сегодня тащит команду, как и Хильдебранд. Хильдебранд, молодец. Чё-то вообще моя атака разленилась и нихера не делает. Дракслер. Вот, пас на Дракслера. Ну, фу, ну, конечно же, здесь не будет фола. А и здесь, конечно же, тоже не будет. И судья Пинарас Гондурас Сисука. Он ананас. Судья, ты ананас, понял? Салаюшка. Салаюшушка. Салай. 3-1. Вот, вот, уверенный. И опять он запрыгает на бордюре и рычит. Это он Салай. Красава. Красава Салай. Мой юный форвард себя полностью оправдывает. Конечно же, уверенные действия вратаря. Хотя я бы сыграл бы не лучше. Но такой счет меня уже упал, не радует. Модестом. Там, видать, все в атаку сейчас пойдут. А не, все еще та же схема. Но замена. 80-я минута матча. Пападопалос с мячом. Пас на Холдеса по правому флангу. Почему бы не закинуть на Васы? Да потому что он не выбежит. Или выбежит. Или не выбежит. К сожалению, тиммейт и помогает. Дракслер. Молодец, Дракслер. Не отобрал, но травмировал. Аого. Аого, да, да, отобрать мяч. Отобрать мяч. Молодцы. Пятером. На басы. Чья-то башка задрала меня уже. Вообще не калита, что-то не тащит, а вот калашничек. А басы закидочка. Нет ли там офсайда? Вот что я хочу узнать. Офсайда по-любому уже нет. Хоп, хоп. Ах ты ж! Прочитали действия басы как... Как не знаю что. Как открытую книгу. Holders. Мест. Николита. И хрен его знает, что сделать-то, а? Закидка. Неудачная закидка. И еще и потеря. В общем, дорогие друзья, это победа. Я уже, даже если я пропущу этот гол, это все равно победа. А Балой, старина Балой, всем подкат, это она подкатит. Вот видите. И все. И, извините за небольшую оплошность. Ну, в общем, я тупанул ситуацию, но Модеста не забил. И победа 3-1, наверное, 3 очка от Хоффенхайма. Я надеюсь, что мои главные соперники проигрывают свои матчи. Давайте же посмотрим. Штутгарт я его проиграл, а Бавария выиграла. Что обратно возвращает нас на вторую строчку. Даже, может быть, мы можем быть на первой, кстати. Нет, к сожалению, на второй, 17 очков, тут как пау. Что же, приятная статистика, это второй и последний на сегодня матч карьеры Дурбана Калдыева. Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите в комментах, что вам не понравилось. Подписывайтесь на канал, смотрите мои новые видео, следите за Дурбаном Калдыевым, ходите на его матчи, любите Шальке, любите футбол. Любите все. Пока.